В эфире телеканала «Итон ТВ» программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, ее ведущий, Александр Гурарье. Новый президент Украины взял четкий курс на решение проблемы Донбасса, на мирные переговоры и достижение соглашения о прекращении войны. Одним это нравится, другим не нравится. Тем, кому не нравится, обвиняют его в том, что он пошел на уступки, что это пораженческая политика и ни к чему хорошему это не приведет. Мы хотели бы послушать мнение руководителя стратегической группы «София», философа Андрея Ермолаева. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, вы в ваших публикациях неоднократно указывали, что надо стремиться к договоренности, надо стремиться к мирному соглашению, зачастую, может быть, на первый взгляд, не очень удачному, но мир прежде всего. Вы продолжаете настаивать на этой точке зрения? Это моя гражданская позиция, позиция просто как человека, который считал и считает, что война – это не просто продолжение политики. Война – это способ донесения правды с помощью уничтожения другого. Мы же имеем дело с разорванным украинским миром, разрушенным не только войной, но и развернувшимся новым идеологическим и психологическим противостоянием, которое грозит не только потерять окончательно Донбасс, но и грозит Украине реальным, нешуточным, своеобразным новогорьковским процессом, когда и в других регионах будут нарастать разочарования, протесты, неудовольствия слабым, неэффективным национальным центром, я говорю сейчас о центральной власти как политическом центре. Поэтому мир – это аргумент силы и жизнеспособности украинского мира в целом. Я так смотрю на ситуацию. Ну, а что касается жертв войны, потерь, нам всем нужен своеобразный катарсис, преодоление тех ошибок, жестоких кровавых ошибок, которые принесли уже десятки тысяч человеческих жертв. И мир – это еще и урок, который нам нужно пройти. Я рассматриваю прежде всего как гуманитарную проблему. Но я никогда не был сторонником теории заговора и разнообразных конспирологических версий, и тем не менее, наблюдая за происходящим и за поступками Зеленского, могу высказать свою новую версию последовательности событий последних, пожалуй, уже 2 лет почти. Напомню, что еще в 2018 году очень резонансной была встреча лидера Соединенных Штатов Российской Федерации Трампа и Путина в Хельсинки. Тогда были признаки того, что начались большие переговоры о будущем, и даже ожидалась некая большая геополитическая оттепель. Во всяком случае, так было представлены предварительные итоги этой встречи. Но после этого мы все погрузились вот в новые обострения и в больших масштабах сирийские конфликты, в малых масштабах, в данном случае говорю о событиях в таких странах, как Украина, да и американскую политику серьезно шатать начало, да, в связи с подготовкой к ведущим выборам. Но я веду к тому, что вопрос компромисса по Украине является в том числе и большим глобальным вопросом выхода из затянувшейся уже неэффективной холодной войны, малой холодной войны. Считаю, что поиск в Украине сил, которые могли бы нестандартно, да, выйти за те правила, которые консервировали, даже цементировали войну в Украине, это и были события 2018 года, которые мы все наблюдали с некоторым удивлением. Кастинг Вакарчука и Зеленского, поиск так называемых третьих сил. По факту оказалось, что ставка на Зеленского, несмотря на скепсис, кстати, и с моей стороны тоже в свое время, он себя оправдал. Популярно называть победу Зеленского и его партии «Слуга народа» на парламентских и президентских выборах хайпом. На мой взгляд, хайпом можно называть не столько успех на выборах, сколько попытку форсировать сценарий выхода из войны с помощью неожиданной третьей силы. То, что сейчас делает Зеленский, он пытается, сохранив еще, да, тренд вот на ожидание общества от новых, неожиданных, несколько даже комичных политических сил,
решение сложных политических вопросов, которые не способна была решать старая элита, не способны были решать те, кто участвовал в прошлой войне. Я говорю о партии войны Порошенко, я говорю о радикальных противниках, которые занимались кумовской дипломатией. И если пронаблюдать, что делал Зеленский и его команда за последние месяцы, они скармливали общественности скандалы, связанные с ситуацией в партии, которую не очень жалко. Они выставили на первой позиции такие противоречивые фигуры, как Богдан, который постоянно в фокусе журналистов, уже дипломатии. Но вместе с тем, шаг за шагом, они готовят команду для участия на выборах на Донбассе в случае мирных переговоров. Они готовятся к нормандской встрече, от которой, если раньше это звучало как пожелание, то сейчас очевидно, что будет обсуждаться документ, скорее всего, в формате меморандума или договора, нормандского меморандума. И они готовятся всерьез к выборам в Орло. Господин Силуха после Мариупольского форума дал интервью, где довольно откровенно признал, что все, что связано с его деятельностью как лидера будущей донецкой команды, связано с подготовкой к выборной кампании и желательно в кратчайшие сроки. Таким образом, хайп Зеленского – это хайп мира, а не только власти, где и даже «Слуга народа» как партия является всего лишь необходимым технологическим инструментом, который может быть изменен уже через полгода-год. Мегазадача – успеть вот этот тренд успеха распространить на Донбасс, передоговориться, восстановить границу и обеспечить вновь новое национальное пространство, пока в пределах Украины и Донбасса. Я думаю, замысел вот так выглядит сейчас. А как вы думаете, если мы обратим взор к другой стороне, я имею в виду Россию и президента Путина, можно ли оценивать, что появление Зеленского, то есть действительно такое неожиданное появление, толком никто, в общем-то, в это не верил, это воспринималось изначально, и в России, кстати, тоже воспринималось как нечто несерьезное, своеобразным, теперь это является своеобразным шансом, то есть, Россия, в общем-то, тоже в какой-то степени влезла на дерево, и сейчас появился новый человек, и с ним можно говорить, и таким образом можно достичь каких-то договоренностей. Так является ли появление Зеленского шансом для Москвы наладить отношения? Возможно, я сейчас несколько обижу господина Зеленского. На мой взгляд, Путину Зеленский мало интересен. Путин, видимо, относится к ситуации в Украине. К новой власти в Украине тоже очень технологично. Если Зеленскому, его команде, его советникам, которые сейчас выходят на передний план, например, таким как Ермак, удается продлить хайп третьей силы и на договорных началах выйти из войны с выгодой для Российской Федерации, ну и с выгодой для Украины, несомненно, то Путин это устроит, и он не определяется к Зеленскому как к долгосрочному партнеру. Вот, если мы посмотрим вообще на амбиции Путина как главы экономически отсталой, но геополитически амбициозной державы, да, с ее амбициями региональной державы и прочее, то Путину ближе работать в тройках, пятерках такого уровня, как Трамп, Си Цзиньпин, Меркель, Макрон. Вот он видит свой масштаб. А то, что в Украине прошлый режим не только не был договороспособен, но выступал еще в роли откровенного такого раздражителя, даже оскорбительного раздражителя, видимо, останавливает Путина на какие-то разумные компромиссы. Давайте посмотрим, что сейчас с Россией происходит в большой политике. Россия получила долгожданный карт-бланш в сирийском конфликте. Я рассматриваю это как часть договорной игры. Россия получила бонус в газовом проекте, потому что после решения Дании по Северному потоку будут форсированы строительные работы, а это значит, что Европа готова к новому компромиссу с Россией, частью которых будет постепенное отматывание санкций, восстановление инвестиционных программ и так далее. Путин в диалоге с Макроном, который явно претендует на роль нового лидера, такого политического лидера Евросоюза и европейской политики. В этом случае этот диалог сейчас подчеркнут. Я рассматриваю все это происходящее с прагматичной точки зрения. Естественно, никто не отменяет конкуренцию, борьбу за сферы влияния. Но в этой истории прекращение горячей фазы войны в Украине, восстановление границы является частью правил. И эти правила сейчас настойчиво реализует Зеленский, что полезно и что обеспечивает договороспособность пары Путин-Зеленский, наверное, в нормандском формате. Там пока большего и не нужно.
Другое дело, какие политические силы смогут раскусить эту игру и включиться в нее как партнеры украинского режима. Потому что, на мой взгляд, как ни парадоксально, но не радикалы и националисты, которые скорее выглядят обслуживающим персоналом кризиса, чем самостоятельные силы, не боящиеся наказания партии войны в лице Порошенко и компании, ни часть оппозиционеров, которые злоупотребляют кумовской дипломатией и так и не стали общенациональной силой, не заинтересованы вот в таком размеренном, последовательном разматывании конфликта. Они больше были ориентированы на политический реванш, на личный успех. А вот какие силы могут оказаться, пусть конкурирующими, но все же партнерами режима Зеленского, покажут ближайшие 2-3 месяца, особенно после того, когда в Украине завершится первый цикл с принятием бюджета, с решением вопроса газовых контрактов, ну и с стабилизацией вот этого вот возникшего напряжения вокруг мирных инициатив Зеленского. Думаю, что в первом квартале 2020 года нас ждут изменения и во власти, и в ее составе, и может даже в некоторых коалиционных форматах в парламенте. Ну, если мы уже заговорили про нормандский формат, Зеленский и его команда активно, так сказать, продвигает идею расширения нормандского формата, как говорят, перерастание его в будапештский формат, привлечение туда Соединенных Штатов, Великобритании, что, скорее всего, будет отрицательно, не будет, а уже воспринимается Россией. То есть не является ли это раздражителем и не окажется ли это препятствием для вот достижения того самого, пускай призрачного, но все-таки мира, о котором мы с вами сейчас говорим? Я думаю, что апелляция к Будапештскому меморандуму, связанному с гарантиями Украины в связи с возможностью угроз применения ядерного оружия и в контексте разоружения обязательств по дням, это скорее дипломатический и политический ритуал. В свое время, еще участвуя в выборах, и сразу после них президент Соединенных Штатов Трамп открыто говорил о том, что война в Украине – это европейский вопрос. Европейские партнеры по НАТО, по геополитическим связям, европейские страны должны быть более ответственны и более активны. Эту же позицию он подтвердил и на встрече с господином Зеленским во время переговоров в Вашингтоне. Я думаю, что эта позиция американцев останется последовательной и далее. Вопрос состоит немножко в другом. В случае, если нормандские переговоры принесут нам документ с императивными обязательствами и действительно возникнет шанс не только устойчивого перемирия без стрельбы, но и перехода к процедурам восстановления гражданского, политического, экономического пространства, деблокирования, Соединенные Штаты могут выступить в роли уже не гаранта безопасности, а генерального партнера по восстановлению. Потому что многое, что связано с надеждами на поддержку кредитования, инвестирования, интересы американских инвесторов в таких критических сферах, как инфраструктура, космос, вот могут появиться на этом этапе. Ну а что касается вызовов, с которыми сталкивается команда Зеленского, нужно все-таки учитывать, что в большинстве своем представители команды Зеленского люди, представляющий средний класс, несистемный бизнес и достаточно легкомысленно относящаяся ситуация в Украине. Вот угроза я вижу в том, что продолжая свою миссию, имея на то поддержку в вопросах возвращения Донбасса, модальность – это тема, видимо, еще больших дискуссий и переговоров, в том числе и с той стороной, то здесь есть риск конфликта Зеленского, причем необдуманного конфликта, во-первых, с национальными корпорациями, которые до сих пор остаются несущими конструкциями экономики. Я сейчас говорю о системном бизнесе, металлургии, химии, инфраструктуре, транспорте, где уже начались под сурдинку разборки с претензиями за коррупцию, за повышение природной ренты и многое, что вообще может существенно подорвать позиции национальных корпораций. И во-вторых, пока не ясна линия команды Зеленского в отношении региональной политики. Ставка только на местное самоуправление, на усиление громад базового уровня и игнорирование регионального уровня, региональной власти может привести к новым линиям напряжения, которые, кстати, существенно могут помешать миротворческому процессу. Пример, совсем недавно новоназначенный глава областной администрации Волынской области получил
ну, негативный сигнал от местного облсовета, который заявил, что не хотел бы работать с назначенцем Варягом. И это не просто отповедь Зеленскому, это голос региональных элит, которые недовольны вот таким волюнтарным поведением нового политического центра. Поэтому диалог с регионами, вовлечение их в миротворческий процесс и признание интересов не только местной громады, централизации, но и работа с региональными элитами, где есть крупные уже центры накопления капитала и влиятельные региональные элиты, это одна из стратегических задач, которую нельзя игнорировать. Иначе можно влететь в новый виток внутреннего сепаратизма и неожиданного. Ну, например, в областях, в которых выражены проблемы этнокультурного характера, Закарпатская, та же Волынь, с проблемами, связанными с экономическим сепаратизмом и требованиями дополнительных возможностей по налогам, по распоряжению землей. Вот эти две оси, на которые нарывается либеральная команда Зеленского, реализуя свой хайп, казалось бы, благородный по миру в стране в целом. А вы знаете, ходят такие разговоры, что в принципе команда Зеленского самым таким серьезным испытанием для нее окажется не война на Донбассе, не какие-то там сопротивления элит, а надвигающаяся зима. То есть насколько удастся удачно, скажем так, пройти эту зиму, во многом будет зависеть, насколько хватит кредита доверия от населения. На ваш взгляд, насколько хватит кредита доверия? Хороший вопрос. Социологи уже отметили, что уровень доверия и такого вот нерационального, значит, очарования фигуры Зеленского проходит быстро, быстрее, чем прогнозировалось. Но может быть потому, что Зеленского очень погодит его собственная команда. Бесконечные скандалы, причем банальные, туповатые, извините за это выражение, в парламенте, естественно, подрывают реноме молодой профессиональной команды. И об этом Зеленскому нужно заботиться в первую очередь, потому что компетентность, престижность и порядочность людей, которые окружают, должна быть на первом месте. А вот что касается экономических реалий, ну, я еще не высказывал такую точку зрения, поэтому выскажу впервые. Чем более затягивается конфликт на Донбассе и чем больше кричат о блокаде и бегстве от вот с этого пространства постсоветского, да, тем больше разворачивается непризнанное кем фактическое гибридное единое экономическое пространство. В чем это выражается? Поставки газа, которые оформляются через украино-словацкий хаб, поставки угля с Ордло, которые оформляются там бог знает каким путем через Беларусь, я уже не говорю о других категориях критических товаров, которые де-факто только усиливают негласные, неоформленные экономические связи. А теперь представим себе уровень и возможности тех бизнес-элит, которые могут в этих условиях организовать подобного рода бизнес-схемы. Ведь фактически это и функционирует как единое, вот такое очень суррогатное, гибридно-суррогатное единое экономическое пространство. И наоборот, восстановление мира и переход к прозрачным, прагматичным, жестким, возможно, с ограничениями, торговым отношениям с странами, которые входят в реальный единый Евразес, единое экономическое пространство, позволит как раз исключить эти угрозы и исправить, выйти из этого гибридного единого экономического пространства. Потому что потери, которые несет экономика Украины, запутанность договорной базы, возможно, коррупционная связь, связанная с подобного рода гибридными поставками, это все фактически подрывает легитимность отношений. Но и де-факто усиливает зависимость. Я к чему веду? Сейчас именно это гибридное единое экономическое пространство обеспечит Украине поставки газа, который закачивается в хранилище, и обеспечивает работу ТЭЦ, куда идет вот этот вот донецко-белорусский уголь. Я думаю, что если будут успешные переговоры, связанные с устойчивым перемирием, безопасностью, началом вот реинтеграции на Донбассе, то многие из этих проблем будут перейдены в плоскость формальных и прямых договоров. Ну, начиная от электроэнергии, которая, по сути, уже начинает разруливаться, до возможных прямых поставок энергетического угля с территории ОРДЛО непосредственно в Украину по оговоренным схемам расчетов и под контролем с учетом проблем безопасности.
И можно будет решать и проблему поставок газа на прагматичной основе. Кстати, в свое время, по-моему, как раз одному из членов команды Зеленского принадлежит реплика, когда речь шла о возможных скидках со стороны вот, команды оппозиционной платформы. Если у вас есть, мол, такие возможности, создавайте компанию, подписывайте договор и поставляйте с ВГД для Украины газ без этих всех колен. Так что я пока не вижу больших рисков для глобальной энергетической катастрофы, которая подорвет стабильность в Украине этой зимой. Вопрос немножко в другом. Не столько в поставках энергоносителей и функционировании системы, сколько в реальной платежеспособности населения. Вот здесь будет нарастать протест против правительства Гончарука, которое не выполняет своих обещаний ни по росту дохода населения, ни по увеличению пенсий. Выглядит крайне сомнительно все, что связано сейчас с компенсацией затрат на газ, который получают семьи с дотацией. Но мне кажется, что вот рост этого недовольства, напряжение его, припадет скорее на второй квартал 2020 года. Поэтому зиму мы проживем, а вот весной как раз может быть выраженное недовольство, социальный протест. Люди пересчитают, сколько потрачено, и увидят низкую эффективность либеральной политики Гончарука. Спасибо вам большое. Спасибо, Андрей Ермолаев, руководитель стратегической группы «София», философ, за этот интересный анализ. Действительно, нестандартный подход. Ну, посмотрим. Единственная ремарка, я не могу удержаться. Вы знаете, когда вы рассказывали про эти гибридные схемы и говорили о том, что теперь можно будет перейти от гибридных к обычных, я сразу вспоминаю, как в советские времена, когда были строгая цензура, строгая советская власть, юмор, сатира были на высоте, потому что было то, что можно было сказать завуалированно, так сказать, в такой форме, это воспринималось вау. А когда все разрешили, стало неинтересно. Не получится ли здесь такое же? Вот понимаете, вот эти все гибридные схемы, они же, конечно, прекрасные, но сколько чудных, замечательных людей на этих схемах зарабатывают, делают свой маленький бизнес. И сейчас лишить их вот этих заработков, я думаю, они без восторга воспримут такое предложение. А я могу только согласиться с вами. У нас реально на войне и на этом гибриде экономическом зарабатываются десятки миллионов очень известными людьми, которые популяризируют тему мира, а зарабатывают на гибриде. Я не знаю, как они будут отвечать перед собой и своими близкими, потому что это вопрос не только экономики, но морали и совести. Ну а если говорить о будущем, понимаете, у Зеленского есть какая-то своя исторически обусловленная миссия. Возможно, его проблема и личностная внутренняя трагедия может состоять в том, что он мало работает над собой. Я недавно выслушал его выступление в Мариуполе, и судя по отзывам журналистов, сам Зеленский, его команда были очень довольны этим инвестиционным форумом. Но я слушал с большой грустью. Во-первых, выступление нулевое. Такое ощущение, что выступает не президент страны в условиях войны и серьезнейших вызовов, а выступает премьер-министр с очередным набором, который применим был и в выступлении 93-го года, и в выступлениях 2000-го, и 2005-го. Да в любое время с этим можно выступать ни о чем. И во-вторых, все-таки вопрос интеллектуализации его команды и более высокой планки игры, как в Украине, так и на геополитической арене, вопрос номер один. Слишком провинциально смотрится эта команда, слишком тактически. Это вовсе не означает, что их нужно бестолку критиковать. Они свою работу делают, они могут и правда реализовать задачу мира вот таким вот большим успешным хайпом. И за это им все скажут спасибо. Но Украина сложная страна. И критически важно иметь людей, обладающих стратегическим мышлением, современным языком. И не случайно так много в Украине уделили внимание, изучали, обсуждали недавнюю речь господина Макрона. Но это хороший пример того, каким должен быть современный лидер современного государства. Ну что ж, мне очень понравилась фраза, что у Зеленского есть своя историческая миссия. Надеемся, что эта миссия действительно высокая, и он сможет эту миссию реализовать. Еще раз спасибо вам, Андрей Ермолаев, руководитель стратегической группы «София», философ. Всего доброго, до свидания. Дорогие друзья, программа «Тема дня» прощается с вами. До свидания.